Случайный спортал прилют. Так же вроде называлось. Назывался этот модик для первого портала. Как раз двое ученых, вполне жестоких, еще и извращенцы. I'm still sorting through all those files. There's terabytes of emails. I'm trying to find something that can help us. Huh. Did you know you can increase the size of your core in just 2 easy steps? Увеличь свои ядра. Реклама. Так, что эта кнопка делает? Включает наше гравиполе. Так, кнопка, опять кнопку. Что там? Туда нельзя так просто пройти. Но надо пройти. Так, здесь что? Для включения этого чертового поля. Ой-ой-ой. Да вы, должно быть, издеваетесь. Надо было с кубиком проходить. Вот моя ошибка. Так, хорошо. Это у нас есть. А дальше что? Вряд ли тут есть покрасочная. Так, вот сюда я не заходил, надо глянуть, что тут. Ага, тут решетка. На случай важных переговоров. Так, до кнопки доберемся. Потом нам надо будет эти два куба поставить туда. Потому что это жестко будет такая. Давайте еще я за. Отлично. Ух, ёб, нифига себе. Второй гравилуч. Куда целиться? Хорошо, я как предполагаю, нам очень нужно будет использовать это для обратного отхода. Сумеем ли мы с скоростью флеша прожать кнопочки? Даже если сумеем, дальше мне это что делать? Нет, слишком быстро. Времени немного дают. Так,
Так, это остается загадкой. Как же нам? Или бросить себя немножко. А мне нравится этот цвет. Кто бы мог подумать, грави-луч в грави-луче. Вот тут же бы пасхалку, ачивку дали бы за это какую-нибудь. Почему там она обычного цвета? Здесь они как бы слиявшиеся. Мы можем подняться. Нет, нам ничего не даст. Так. Допустим, мы окажемся вот на этой стороне. Будем выдумывать безумные планы по спасению мира. Нет, 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 здесь нужен какой-то другой подход. Используй именно тот грави-луч обратного направления. Кнопки только за дверь отвечают, да? Черт. Но я не вижу никаких поверхностей. Она будет меня наверх забрасывать. У нас не получится. Что-то не получится. Там единственное, две единственные портальные поверхности. Без понятия вообще как. Ух. А, теперь надо как-то запрыгнуть. Одно дело-то сделано, а дальше-то что? Я понимаю, что нам на этом надо будет возвращаться.
этом не допрыгнешь, к сожалению. Но нам надо просто там оказаться. Вот именно там, на той стороне. И поднять куб. Это невыполнимая задача. Только не стенка. Если мы пройдем через это поле, все, кранты нашему порталу. Кранты. Почему здесь 25 FPS показывает? Ай. Что тут есть? Если мы жмякаем эту кнопку, мы лишаем себя пути вообще туда. Какого-либо пути. Ай, тут так не хватает третьего портала. Так, а что если это... Это же синяя у нас. Сделаем так. Мы уже перебросили себя на ту сторону. И нам остается только... Чёрт. Или не чёрт. Я ж почти решил эту головоломку. Да, я решил ее. Чё я туплю? Раз. Так. Какой портал? Главное не перепутать синий. Та-дам! Я сделал это нафиг. Блин, как всегда, решение под носом у тебя. Отлично. So, apparently, the records on these computers are kinda severely out of date. I think I can recompile a new version of this test. Ты давай лучше вытащи нас отсюда, не тесты мне давай. Хорошо. Сплошные кнопки. О, ну вот. Нам надо перебрасывать. Хитрожопыми методами.
Черт. I can recompile a new version of this test and crack sequence. Что-то возможность туда пробраться. Да, блин, даже намека нет на то, что делать надо. Я же прыгал! Черт. Жизнь меня ненавидит. Да-да-да, ля-ля-ля, бла-бла-бла. Красавчик. Знаете, есть у меня предположение, что мы слишком рано сюда заглянули. А обратно как пробираться? Вот в чем вопрос. Я застрял тут. Я не застрял, ну чё? Серьезно поверили, что великий Павел Первый тот мог застрять, да? Ой-ой-ой, далековато. Тебе забрать куб. Это имеет значение. Вот этот куб надо перебрасывать. Здесь нет ничего. Знаете что, я тупое днище просто. Потому что я, блин, не догадался войти в этот портал, блин. Вот так. Вот нам кубик, черт возьми. Тихо, тихо! Господи, опять! Опять во всем виноват чертов пол. Опять все разгадки на полу. Так, аккуратно. Хорошо. Это мы убрали. Сюда мы можем теперь спокойно.
перебраться. А тут что? Видимо, нам наверх там надо, судя по всему, два кубика. У меня все еще вопрос, как я санный куб могу перебросить сюда? Он должен находиться где-то здесь между, получается, так? Так, но нам надо поставить портал. Стоп. Вот оно, чертово гребаное решение всех моих тупых проблем. Так, сюда подошел. Двух зайцев одним выстрелом поймали, короче. Ну а толку? А как нам подняться там, я не знаю. Так. Твою мать! Я даже не сохранился! Господи, блин! Тупейшая тупость! Так, ну хотя бы знаю, что делать. Лучше-ка я в этот раз сохранюсь, хорошо? На всякий. Так, мне главное попью, не случайно, не. Ох. Не так уж и легко туда будет пробраться. У нас есть целых два световых моста. Открытых. Что предлагаете мне? Ай, каким-то боком... Да, каким-то боком... перебросить этот куб на ту сторону. Почему бы нет? Меня такой вариант вполне устраивает. Попробуем забраться хотя бы. Чтоб тебя, что ты падаешь, а? Так, надо на миллиметры поднимать. Так, все. Я теперь надеюсь, смогу туда допрыгнуть. Блин, подарите хоть какую-то портальную поверхность. Господи, вот чё это? Сюда бы допрыгнуть так как-нибудь.
черт с два. Чёрта с два, мать его. Да, там мы не проберемся даже. Нафига эти тупые порталы тут стоят? Эй! Чё за хрень? Я застрял, а? Это замечательно. Чё за хрень происходит? Куда вообще идти? Здесь нет портальных поверхностей. Какой там бред? Решение наверняка под рукой где-то. Я хочу повыше взобраться. Допустим, это максимум. С высоты мало. Надо каким-то боком подняться туда. Нет, этой высоты не хватит, наверное. Не хватит. Ой, решение где-то очевидно скрывается. Как ни странно, на полу, да? Господи, заводили что-то сложненькое. Слегка. Этого моста вполне хватает, чтобы туда перебраться. Вопрос только в том, как туда добраться. Если даже кубики не помогают. И вопрос, как сюда еще потом второй куб перебросить так, чтобы он не сдох. О, господи. Знаете, ребят, опять. Все решение скрывается на чертовом пау. Окей, смотрите-ка. Фыньк. Так. Фыньк. Фыньк. Какое наслаждение.
A quick update. Compiling maps, apparently, it takes quite some time. At least the turrets from Old Aperture are still coming up. Just a pity the toxic goo is coming up too. Ай, побыстрее бы какого-нибудь экшона сюда бы. Господи, ну чё, реально до 12-й камеры будем проходить все это? Опять снизу ничего нет. Хорошо. Что есть у меня это? Ой-ой-ой, подъем 80-го левела. Тихо. Матка. Какой раз я же напарываюсь на подобное? Жижа с порталом. Да. Надо слегка по-другому сделать. Сейчас сделаю. Сейчас сделаем. Чё, такая проблема, что ли? Всё? Да, хорошо. Просто теперь как перебросить слегка дальше. А вообще я знаю нашу ошибку. Нам надо было с этой стороны делать наши делишки темные. Да, давай вперед. Все? Опа. Это легко. У нас теперь второй кубик. А это поле остается несмотря ни на что. Закрытым куском дерьма.
Ладно. Ну-ка. Так, ну, вполне вероятно, нам надо, чтобы мы попрыгали немножко. То бишь сюда я хочу сбросить наш лучик, гравилучик. Лучик счастья, пожалуй, да. Хорошо, попробуем. Не тот портал. Да, еще себя уничтожил этим. Так, тормози. Так, хорошо. Должно что-то тут стоять для этого. Единственный способ, чтобы... Нет, стой. Ха-ха-ха, сломал систему. Не, глупейшая затея. Так тоже ничего не выйдет. Блин, что-то камеры уже посложнели хорошенько так. Так, на полу там ничего нет, да? Она не сможет запрыгнуть. Тут нужен прыжок повыше. Либо возможность поставить сюда гравилуч. Секунду. Ха-ха, надо было успеть поставить куб на место. Вот чё, моя ошибка. Это легко. Thank you.
Чё за херня? Мне ж надо было сдвинуться куда-то. Ладно. Блин! Что за издевки? Что за тролли? Да, хорошо. Теперь нас настигает другая проблема. Не настигает. Настигает. Говно, а? Тут даже сбоку порталов нет. А, оу. Мы так можем взять. Тогда это не проблема. Все, изи. Давай выбираться отсюда. Ай! Ай, турелька! Черт. Сосай. Ну, новое отверстие для куба. Так, новая тупая задача. Сделайте так, чтобы неожиданным образом вся эта хренотень оказалась вот здесь. А, воу. Я... Глупо это не заметил. А, нам надо перебросить луч сюда. И он тогда уберет это чертово поле. Бред какой-то. Как я это сделаю? Ай! Бля, она мажет. Ребятки, у меня есть идея. Или нет идеи. Стоял бы поближе, а.
это же очевидно, тупая камера. Дыра, там есть что-нибудь? Давай, жму. Я не могу понять, как туда попасть. Что-то это слишком сложно для меня. Как его пониже опустить? Мне только это надо. Проблема в том, что здесь ни хрена нет. Чтобы в эту сторону направить. Хитрожопый метод, да? Хитрожопый. Все, ребят, все. Понял я. Вот же есть чертова стеночку, блин, все. Теперь главное поставить так, чтобы попало ровно в эту херовину. Давай. Да, хорошо. Отлично. И что теперь? Это я сделал, что я хотел сделать. Я уже забыл тем временем, что я хотел сделать. Ведь понимаете, что нам... Хорошо. Это мы сделали, допустим. Надо, чтобы как-то сбоку отражало в него. Ах, опять все сбоку не получится.
Отсюда, да, мы туда не сможем. Так, хорошо. Теперь точно все. Отлично. The next chamber is the broken one. From there on, you'll have to move fast, because that's the last chamber we have. Ура! Последняя камера с растениями! Ох.